Ал дәл қазір орталық коммуникациялар қызметінде елдегі экологиялық жағдай тақырыбында брифинг басталды. Тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Рахмет, Марал. Армысыздар, орталық коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында бүгін еліміздегі экологиялық жағдай туралы баспасөз конференциясын бастаймыз. Және студиямызда қонақта Сүлейменова Зүлфия Булатқызы, Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі. Және Сайыров Серік Бехметұлы, Қазгидромет Республикалық мемлекеттік кәсіпорын бас директорының орынбасары. Хош келдіңіздер. Алдымен Зүлфия ханым, сізге сөз берейік. Үлкен рахмет, армысыздар, құрметті брифингке қатысушылар. Әлбетте, бүгінгі таңда біздің еліміздің ең өзекті мәселелерінің бірі бұл экологиялық мәселелер. Сол себепті, қазіргі таңда енді халық тарапынан да экологиялық мәселелерге ерекше назар аударылып жатыр. Сол себепті, бүгін экологиялық мәселелер туралы, экологиялық жағдай туралы шамалы бөлісіп келуге осында мүмкіндік түсіп отыр. Осыған үлкен алғысымды білдіргім келіп отыр. Жалпы алғанда, мен өзімнің баяндамамда қысқаша түрде ғана негізгі экология саласында біз жүзеге асырып жатқан негізгі мәселелерге тоқталып, одан әрі сұрақ-жауап форматына көшсек жақсы болар еді. В целом, основные экологические проблемы регионов, прежде всего, результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха в 45 промышленных городах Казахстана, 10 мегаполисах, на сегодняшний день относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. То есть можно выделить города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актубе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. То есть уровень загрязнения очень высокий. Причинами загрязнения атмосферного воздуха можно назвать три основные причины. Например, в городах Алматы и Нур-Султан основной процент загрязнения приходится именно на теплоисточники, то есть ТЭЦ и котельные, автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорск и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. В городах Актубе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационные очистные сооружения. Об этом, в принципе, граждане очень часто говорят. Безусловно, мы придерживаемся постулата «слышащее государство». Именно поэтому нами проводились обсуждения с общественностью, с акиматами, с природопользователями по решению актуальных проблем экологии именно в регионах. На основе вот этих обсуждений были приняты 16 дорожных карт по улучшению экологической обстановки в этих населенных, в этих областях. На сегодняшний день этими дуркартами предусмотрено 485 мероприятий. Мероприятия, которые были запланированы на период с 2020 года по первый квартал 2022 года, они были исполнены более чем на 50%. Сейчас мы понимаем, что есть необходимость в актуализации этих дорожных карт, поэтому мы, пользуясь возможностью, скажем, случаем, хотели бы также пригласить общественность активно принимать участие. Буквально сегодня будет после обеда обсуждение по Актюбинской области именно вот дорожной карты. Мы ожидаем, что реализация дорожных карт к 2025 году позволит снизить индекс загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого на хотя бы до среднего уровня довести. Кроме того, предусмотрено строительство 7 канализационно-очистных сооружений, КОСов, и 24 новых полигонов, проведение реконструкции и модернизации 12 КОС, а также проведение рекультивации и ликвидации исторически загрязненных земель. Более того, хотелось бы отметить, что в прошлом году был принят национальный проект «Жасыл Казахстан», в рамках которого мы также предусмотрели показатели по улучшению качества воздуха. В частности, есть мероприятия по 16 крупным предприятиям, это крупные загрязнители, которые за свой счет должны реализовать определенные мероприятия по снижению своего, скажем, воздействия на окружающую среду, да, и снизить свои эмиссии от 20 до 30% до 2025 года, то есть довольно короткий срок. Другая проблема, которая волнует нас всех, мы это как бы видим, отслеживаем, то, что люди очень часто поднимают, это проблема отходов. На сегодняшний день у нас ежегодно в стране формируется порядка 4,5 миллиона тонн отходов. В прошлом году эта цифра составляла 4,2 миллиона тонн. При этом переработано было в прошлом году 21,1%. В этом году мы ожидаем, что доля она повысится до 24%. Конечно, мы видим положительную динамику в области
области переработки. Тем не менее, ситуация, она, скажем, если брать по областям, она немножко разнится. Где-то у нас есть больше переработка, где-то у нас меньше переработка. Конечно, вот в этом направлении мы работу ведем. Я думаю, что мы, в принципе, будем активизироваться в этом направлении. Очень такой актуальный, важный вопрос. А на сегодняшний день по республике из 204 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 134, а сортировка в 96 населенных пунктах. При этом в рамках экологического кодекса мы также ввели государственное регулирование отходов, а именно лицензирование деятельности в сфере восстановления и удаления опасных отходов, а также уведомительный порядок для субъектов, осуществляющих сбор, сортировку, транспортировку всех видов отходов. Там, это было очень важно для нас, потому что нам было очень важно понять, кто находится на рынке, кто занимается этими делами, потому что очень часто было так, что кто-то вывозит, где-то вывалил свалку и как бы уехал. Уведомительный порядок позволяет нам вывести вот, в том числе и всех тех, кто занимается данным видом деятельности, именно понимать, что да, они существуют, они работают, иметь представление о них. На сегодня лицензию по работе с опасными отходами у нас получили порядка 60 организаций. В рамках уведомительного порядка имеется более 290 субъектов предпринимательства. При этом законодательством Казахстана создана основа для организации безопасного управления отходами, в частности установлены требования к раздельному сбору отходов по фракциям, то есть сухая и мокрая. Была оптимизирована отчетность по инвентаризации отходов, которая, собственно говоря, позволит нам лучше отслеживать перемещение, передвижение отходов. Эта новая отчетность включает в себя в том числе реквизиты лиц, кому были переданы отходы. Вместе с тем, в рамках нового экологического кодекса у нас функция получается по организацию, по управлению отходами, она была передана акиматам, которые должны в том числе утверждать, разрабатывать, утверждать и двигаться в рамках программы по управлению коммунальными отходами. Но к акиматам я чуть позже еще остановлюсь на них. Хотелось бы отдельно остановиться на ликвидации стихийных свалок. С 2018 года Министерство экологии тесно сотрудничает с Казахстан Гараш Сапара, и мы ведем, получается, космический мониторинг мест размещения отходов на территории населенных пунктов в период с мая по конец сентября. Ну и, соответственно, уже принимаются меры по ликвидации данных отходов. По итогам космомониторинга за 2021 год, например, у нас было выявлено более 7 тысяч несанкционированных мест размещения отходов, при этом 89% из них были ликвидированы. При этом самое большое количество выявленных стихийных свалок у нас наблюдается в Карагандинской области, в Акмолинской области, в Восточно-Казахстанской области. В принципе, большая часть из этих свалок, она была ликвидирована. Слабая работа по ликвидации была проведена в Мангыстауской области. 59%, это, конечно, больше, чем половина, но тем не менее мы считаем, что не совсем достаточно. С мая 2022 года также начались работы уже по этому году по выявлению несанкционированных свалок. И, к сожалению, с начала мая, вот по сегодняшний день, сегодня июнь месяц, середина, мы уже выявили порядка 1500 несанкционированных свалок. По итогам данных снимок, конечно же, будет уже разрабатываться график ликвидации. Другой блок вопросов, на котором остановлюсь, это вопросы изменения климата. Я думаю, что вообще актуальность, она выросла в нашей стране, особенно за последний, думаю, год в разы, именно актуальность тематики изменения климата. Мы уже сегодня видим, что Казахстан испытывает последствия, негативные последствия изменения климата. У нас рискоконтинентальный климат, поэтому у нас риски от изменения климата, в том числе на территории страны, они разнятся. При этом рост температуры на сегодняшний день в нашей стране опережает средние мировые показатели примерно в 2 раза. И как следствие мы видим деградацию земель, мы видим засуху, опустынивание, паводки, наводнение, сокращение площадей ледников, что будет влиять уже на снижение поверхностного стока в перспективе, в будущем. И это, безусловно, требует адаптации к изменению климата. То есть в
этой части, в части повышения жизнестойкости, что такое повышение жизнестойкости? Это повышение устойчивости наших экономических, социальных и природных систем к тем негативным последствиям, которые несет в себе изменение климата, снижение потерь, ущерба от них. То есть вот в этой части у нас в экологическом законодательстве в 2021 году мы впервые предусмотрели новую главу по адаптации к изменению климата, которая состоит из 7 основных этапов. Не буду останавливаться на всех, остановлюсь на одном из таких интересных. Это оценка уязвимости. В частности, мы определяем 4 сектора в качестве наиболее уязвимых к изменению климата. Это сектор сельского хозяйства, это лесное хозяйство, то есть лесные пожары и так далее, да? Это водные ресурсы, как я уже отметила, и это стихийные бедствия, то есть стихийные бедствия, гражданская защита, то есть, допустим, рост количества экстремальных погодных явлений, бури, ураганы, допустим, зимой, да, какие-то паводки, количество паводков, рост, это, безусловно, наносит очень большой ущерб. И вот эти 4 сектора мы выявили в качестве наиболее уязвимых. По ним должна быть проведена оценка уязвимости, то есть насколько и в какой мере в разных областях она у нас распределена и выработаны соответствующие меры. Подобно схожая работа должна быть проведена также и по областям, по регионам, потому что, допустим, те риски, которые у нас имеются на севере страны, они могут быть несколько иными на юге страны. Страна большая, и, конечно же, здесь необходим очень такой локализованный подход для того, чтобы мы могли эффективно снижать потери и ущерб. Отдельно хотелось бы отметить вопросы декарбонизации. Снижение выбросов парниковых газов, оно важно именно для сдерживания повышения температуры и в контексте вот сдерживания возникновения тех рисков и угроз, о которых я говорила ранее. Еще в 2020 году глава государства, он обозначил достижение углеродной нейтральности к 2060 году в качестве нашего, скажем, ориентира. На сегодняшний день дорабатывается стратегия углеродной нейтральности. Министерство экологии, оно вело очень большую работу, сейчас продолжается данная стратегия, разработка продолжается в Министерстве национальной экономики, но этот документ должен для нас заложить основу к тому, чтобы как экономика будет до 60-го года максимально снижать выбросы парниковых газов и переходить на углеродную нейтральность. В краткосрочной же перспективе, то есть мы говорим 60-й год, это очень далеко, что же будет вот сейчас. А в краткосрочной перспективе у нас есть так называемый документ, определяемый на национальном уровне вклады. Немножко сложное название, поскольку с английского переводилось. Вот. Этот документ, он определяет, к нему утверждается дорожная карта. У нас есть цель к 30-му году снизить уровень парниковых выбросов парниковых газов на 15% от уровня 90-го года. И вот этот документ, он у нас, мы сейчас его как раз актуализируем, он у нас имеется, мы его актуализируем, и он должен будет определить дорожную карту и мероприятия конкретные по снижению до 2030 года. Сейчас работа по актуализации, она ведется. Вместе с тем, одним из у нас ключевых таких механизмов по регулированию выбросов парниковых газов является система торговли квотами на выбросы парниковых газов. На сегодняшний день в рамках этой системы у нас мы регулируем порядка 200 установок в 8 различных секторах экономики. Это электроэнергетическая, нефтегазовая, горнодобывающая, металлургическая, химическая, обрабатывающая отрасли. В целом мы планируем продолжить работу по расширению углеродного рынка, то есть по возможности включения туда дополнительных газов. Сейчас мы регламентируем СО2, выбросы парниковых газов, и дальше уже рассматриваем возможность, допустим, добавлять метан и другие перфторуглероды и другие какие-то выбросы парниковых газов. То есть работу по расширению мы будем вести, это очень такой действенный механизм по стимулированию снижения выбросов парниковых газов на вот этих вот установках и предприятиях. Также идет работа по интеграции нашей системы, нашего углеродного рынка с европейским. Здесь мы сотрудничаем с Еврокомиссией, со Всемирным банком, и уже мы надеемся, что результаты данной работы позволят нам, как говорится, включиться в международный углеродный рынок. Другим таким большим, я думаю, новшеством, над которым мы сейчас работаем, это внедрение наилучших доступных технологий. В соответствии с экологическим кодексом у нас получается
предусматривается внедрение наилучших доступных технологий, особенно на предприятиях, так скажем, 150 предприятий, это самые крупные загрязнители, самые крупные предприятия. На сегодняшний день уже проведен комплексный технологический аудит на 83 предприятиях, на основах и 150 предприятий на 45, на основе которого мы уже, как говорится, разрабатываем справочники в части именно технологических каких-то технологического содержания. Проводится работа по разработке справочников НДТ в горно-металлургической, нефтеперерабатывающей, энергетической, химической, цементной отраслях. К 2023 году мы ожидаем, мы планируем утвердить порядка 16 справочников НДТ для 50 наиболее крупных предприятий-загрязнителей. Вместе с тем, отдельно, ну, очень коротко я упомяну вопрос по необходимости работы по проведению работы по стимулированию развития зеленых технологий. Очень много к нам действительно министерства в том числе обращаются именно в части развития зеленых технологий, зеленых проектов. Сейчас, на сегодняшний день мы в рамках экологического кодекса уже утвердили зеленую таксономию для экологической оценки зеленых проектов. И в рамках, на основе уже этой зеленой таксономии будут предусматриваться механизмы государственной поддержки, то есть будь то зеленые облигации, либо, допустим, зеленые кредиты для именно стимулирования и поддержки подобных зеленых проектов и разработок. Вместе с тем, я обещала остановиться немножко на акиматах отдельно. Мы также понимаем, что очень много экологических вопросов, они связаны именно с местностью, с областями, с регионами какими-то. Именно поэтому в новом экологическом кодексе предусмотрено значительное усиление и расширение полномочий именно местных исполнительных органов в решении вопросов окружающей среды. Так, акиматы каждые 5 лет должны утверждать целевые показатели качества окружающей среды и мероприятия по ее улучшению. Более того, безусловно, мы понимаем, когда мы отдаем больше компетенций, допустим, мы говорим, что акиматы должны создавать систему по управлению отходами, конечно, мы понимаем также и то, что необходимы средства на реализацию этих мероприятий. Именно поэтому вносились изменения в бюджетный кодекс еще в прошлом году вместе с новым экологическим кодексом. Таким образом, согласно статье 64 бюджетного кодекса, вся сумма за экологические платежи, которые собираются в области, они остаются в местном бюджете. Более того, данные средства, они являются целевыми. То есть они должны быть направлены исключительно на улучшение окружающей среды. То есть это могут быть полигоны, это могут быть косы, то есть это может быть все то, что улучшает состояние окружающей среды именно в этом регионе. Более того, акиматам дана компетенция вводить определенные ограничения, например, на въезд транспортных средств при ухудшении качества воздуха. А в случаях неблагоприятных метеорологических условий, например, при безветрии, акиматы также могут вводить временные ограничения в деятельности предприятий-загрязнителей для того, чтобы как раз-таки снизить давление. Ну и в заключение, последний момент хотела отметить, это направленность нашего экологического законодательства на расширение участия общественности. В целом мы наблюдаем очень активное участие наших общественников. На самом деле, я думаю, что в этом плане Министерство экологии очень повезло, потому что у нас, с одной стороны, у нас имеются очень хорошие механизмы по привлечению общественности, с другой стороны, у нас общественность очень активная, очень много вопросов поднимает. И учитывая то, что экология — это все-таки общественное благо, конечно же, для нас это очень важный механизм по взаимодействию. И в этой части, конечно, мы будем продолжать работу по взаимодействию более активному с общественниками и с гражданским обществом. Это было коротко об экологической ситуации. Буду рада вопросам. И также хотелось бы сообщить, что в этом году мы празднуем столетие создания Национальной гидрометеорологической службы. Это очень знаковое событие, очень важная служба для нашей страны. И поэтому я бы хотела попросить слово заместителю генерального директора РГП «Казгидромет» Саирову Серику Биахметовичу, чтобы он немножко больше рассказал нам именно о Казгидромете и о той работе, которую они проводят. Рахмет, Серик Биахметович. Кимсе болатына. Сәлеметсіздер ме, құрметті журналистер. Өздеріңізге белгілі, ағымдағы жылда Казгидромет мемлекеттік кәсіпорыны өзінің 100 жылдық мерейтойын атап өтуде. Алайда Қазақстанда алғашқы метеорологиялық бақылаулар 19-шы ғасырда басталған, мысалы 1848 жылы
Қазалында ашылса, 1854 жылы Семейде ашылған. Кейінірек Ырғызда, Қызылордада, Алматыда, Оралда ашылып, өзінің жұмыстарын бастады. Бүгінгі таңда қазгидромет, метеорологиялық, агрометеорологиялық, гидрологиялық және қоршаған ортаның күйіне бақылау жүргізетін ауқымды көп деңгейлі біріктірілген жүйе болып талады. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, қазгидромет бүкіл дүниежүзілік метеорологиялық ұйымының толыққанды мүшесі болып танылады. Енді айта кететін болсақ, қазіргі таңда метеорологиялық мониторинг 347 станцияда жүргізіледі. Агрометеорологиялық мониторинг 209 бақылау бекеттерінде жүргізіледі. Гидрологиялық мониторинг 377 гидрологиялық бекеттердің көмегімен жүргізіледі. Ауа сапасына келетін болсақ, 69 елді мекенде 170 бақылау бекетінің көмегімен және 15 жылжымалы зертхананың көмегімен бақылау жұмыстары жүргізіледі. Енді алдарыңызда тұрған көрсетілімде көрсетілгендей, өздеріңіз мемлекеттік бақылау желісі 1900-2000 жылдар аралығында күйзеліске ұшырап келді, бірақ та қазіргі таңда заман және уақыт ағымы бойынша мемлекетіміздің экономикасының даму деңгейіне сәйкес қарқынды дамып келе жатырмыз. Мысалы, метеорологиялық станциялар 90-шы жылдармен салыстырғанда 700 данаға артса, агрометеорологиялық және гидрологиялық бекеттердің саны 2 есеге өсті. Атмосфералық ауа сапасын анықтайтын бақылау бекеттерінің саны 47-ден 174-ке артты. Бұл 3,5 есе көбейген деген сөз. Сонымен қатар су сапасына талдау жүргізетін тұстамалар саны 47-ден 358-ге артты. 7,5 есеге өсті. Осы 30 жылдың ішінде. Сонымен қатар қазіргі таңда біздің бақылау бекеттеріміз заманауи құралдармен жабдықталуда. Енді келесі слайдта біз осы біздің бақылау нәтижелеріміздің алған жиналған негіздемеде біздің кәсіпорын жасаған талдауларын көре аласыздар. Ұзақ жылдар мәліметтер негізінде жасалған зерттеулердің бойынша, мысалы, біздің мемлекетте, біздің территориямыздың аумағында мынандай өзгерістер орын алуда. Соңғы 40 жылда Қазақстан аумағында орташа жылдық ауа температурасының өсу қарқыны әр 10 жыл сайын 0,32 градусқа жоғарылап отырды. Бұл жер шары бойынша ауа температурасының өсу қарқынан әлдеқайда көп. Жер шары бойынша орташа даму қарқы ол 0,18 градус. И соңғы бір мәлімет, 21-ші жыл Қазақстандағы ең жылы 5 жылдыққа кіріп отыр. Аномалия өзгеріс енгенге дейінгі орташа жылдық температурадан 1,5 градусқа дейін артық болыпты. Ауа температурасының орташа мәндері көтеріліп қана қоймай, мысалы бізде жаз мерзіміндегі аптап ыстықтың қайталанушылығы да артып келеді. Сонымен қатар құрғақ аймақтарда жаңбырсыз кезеңнің максималды ұзақтығы артуда. Тәуліктік жауын-шашынның түсу жиіліктері де айтарлықтай артып келеді. Республика аумағы бойынша күндізгі және түнгі аяздардың жиілігі төмендеуде. Әсіресе республиканың батысы мен солтүстік шығысында қатты аяздар күндері саны азаюда. Вегетациялық кезеңнің ұзақтығы артып, солтүстікте және оңтүстік шығыста жауын-шашынсыз кезеңнің максималды ұзақтығының қысқаруы байқалып келеді. Енді гидрометеорологиялық құбылыстар келетін болсақ, Қазақстан аумағында соңғы 35 жылда алдыңғы кезеңмен салыстырғанда қауіпті гидрологиялық құбылыстардың орташа санында ұлғайып келеді. Мысалы, таулы аудандарда су тасу жағдайлары орташа мәні 42 ретке көбейіп отыр. Сонымен қатар гидрологиялық құбылыстардың ішіндегі мұз кептелісі, сонымен қатар жазықтық өзендердегі су өтімі аз жылдарда көбейіп келе жатыр. Климаттың өзгеру тенденциялары мен мұндай салдарды анықтау экономиканың әртүрлі секторларының қызметтерін реттеуге және дер кезінде бейімделу шараларын қабылдауға мүмкіндік береді. Сол үшін біздің Қазақстанның гидрометеорология қызметі өзінің бар күшін салады. Сонымен қатар келесі слайдта біз осындай климаттық өзгерістердің негізгі нәтижелерін көре аламыз. Мысалы, Каспий теңізі мен Балқаш теңіздерінің өзгерістерін қарайтын болсақ, Каспий теңізінің деңгейі қазіргі кезде -28.143 сантиметрге жетті.
28 метр 40 сантиметрге жетті. Бұл ең төменгі деңгей, көріп отырсыздар. Ал Балқаш өзеніне қарайтын, Балқаш теңізіне қарайтын болсақ, соңғы жылдары ол Балқаш өзенінің деңгейінің толқуы 342-де 5 метрдің маңайында құрайды. Енді Балқаш әзірше онда шұғыл өзгерістер жоқ. Каспий таяздап бара жатыр. Өте таяздап кеткенде. Бұның барлығы негізінде климаттың өзгеруінің салдары деп есептейміз. Сонымен қатар біздің антропогендік нәтиже, адамның қызметінің нәтижесінде болып жатқан өзгерістер. Осымен біздің сіздер орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингті тікелей эфирде көрдіңіздер. Хабарымызды жалғастырамыз.